Всем привет! Это ваша ежедневная доза интернета. Этот дайвер встретил черепаху, которая выглядит, будто она знает ответы на все загадки вселенной. Эти ребята в Австралии нашли редкий опал с интересным сюрпризом внутри. Фотограф делал снимки белого медведя, но тот подошел слишком близко. Вместо того, чтобы убежать, он решил сымитировать агрессию, чтобы спугнуть его. Эти ребята захотели узнать, насколько сильно можно нагреть дуло, когда стреляешь более 700 выстрелов в минуту. Этот парень из Бразилии везде берет с собой свою кошку. Сейчас он пошел в банк, и его кошка просто развалилась там. Этот орел пытался поймать кролика, когда тот просто пролетел над ним. Эта собака застряла посреди озера, и пожарный пришел ее спасти. Спасибо большое за просмотр, надеюсь, вам понравилось, и вы поставите лайк под этим видео. А перевел и озвучил виски. Ага.